Все экспертизы для телепроекта ТЭС проводит российская система качества, созданная в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов. Роскачество финансируется государством и не продает рекламу. Не знаете, как выбрать качественный мясной деликатес? В магазине разбегаются глаза, чувствуете себя в ловушке. Почему эта колбаса стоит 300 рублей, а эта 1000? Это розовая, а это красная. Это сухая, а это мокрая. Как понять, что в сервелате вместо мяса суррогат? Стоит ли покупать колбасную нарезку в магазине? Или там сплошная тухлятина? Почему в сервелате так мало жира? Чем его заменили? Все ответы в программе «Тест». Всем привет, это программа «Тест». Меня зовут Евгений. Программа. Мы вернемся в следующем выпуске и протестируем абсолютно все. Пока!